легендарное когнитивное искажение, которое получило название «ошибка планирования». Ну, наши планы всегда, так сказать, под вопросом. Но представим, что время, так сказать, более-менее стабильное, все вроде бы можно просчитать. Вы делаете конкретные планы и думаете, что вот в какое-то время достигнете определенного результата. Например, ремонт квартиры. Решили, сейчас вот мы начнем в июне, в июле, в августе до 15-го точно закончим. Дальше начинается процесс ремонта. Начинают выявляться одни нюансы, другие нюансы. Там маляр заболел, тут плитка не приехала, там еще что-то, тут еще что-то. Потом думали, проводка нормальная, а ее надо менять. И дальше оказывается, что ваш ремонт растягивается не до августа, а до ноября, а цена его увеличивается в два раза. Это классическая формула ошибки планирования. Мы не знаем, с какими сюрпризами мы столкнемся при реализации нашего плана. И в результате все всегда затягивается в два раза и становится дороже в два раза. Ну, плюс-минус, в зависимости от ситуации. Были ли у вас такие ситуации, когда вы оказывались под неприятными последствиями ошибки планирования? Напишите в комментариях.